Всем привет! И сегодня мы играем в Minecraft, просто Skyblock. Всем привет! И сегодня мы проходим карту просто Skyblock. И сегодня мы проходим такую карту. Скачать карту можно по ссылочке в описании под моим роликом. Давай-ка мы поиграем в эту игру. Здесь у нас какие-то кнопочки. Здесь я не знаю, на что нажимать. А, так, это чуть непонятно. А как вообще? Вы понимаете? Ну, давай-ка все включим. А, я понял. Сюда нужно было нажать. Я даже не знаю, зачем эти кнопочки нужны. Ну, я не знаю, зачем эти кнопочки нужны, да. Давай-ка возьмем, что нам здесь положили. Не, давай-ка посмотрим, что здесь у нас лежит. Так, здесь у нас лежит картошка жареная, а сырая треска лежит, лава, еще что-то лежит непонятное, и все. Так, а если это заспамлю, что это будет? Так, нужно сделать нам генератор булыжника, как всегда, и все. А, там у нас портал, а в нижний мир. А, здесь у нас вода и лава. Это что-то будет потруднее. Как делать генератор булыжника? Я даже не знаю. А, нужно сначала лаву положить, сначала взять нам воду. И здесь у нас начинается пожар. Главное, чтобы дерево не сгорело. Это много вариантов, что у нас дерево может сгореть. Это очень хороший шанс, что у нас сгорит просто все дерево и все. Больше у нас ничего не будет. Надеюсь, у нас дерево не сгорит. Это будет очень плохо, если у нас все сгорит. Ладно, ладно, давай-ка лаву возьмем. И... Как жестко, прям страшно за это дерево. Я думаю, что сначала нужно нам добыть это дерево. Сейчас добуду все это дерево, а потом сделаю генератор булыжника наши. Ой, кстати, здесь пчелки еще летают даже. Круто. Насыщенный, конечно, скайблок. Ну ладно, давай-ка дальше добывать наше любимое дерево, чтобы у нас оно потом не сгорело. Тут это будет очень плохо. Это у нас единственное дерево, которое у нас есть. А без дерева мы, кажется, не выживем. Мне так кажется. Ой. Все, я сделал наш генератор булыжника. Теперь можем добывать наш камень просто бесконечно. Кстати, нам нужно скрафтить уже деревянную кирку и добывать дальше нам этот камень. Да, добывать дальше нам камень нужно. Кстати, что здесь еще интересное у нас здесь? Здесь у нас там порталы, кстати, еще Майнкрафт нужно проходить или что? Так, пока здесь ничего нету. Может, здесь какие-то шахты есть интересные? Я даже не знаю, может, здесь шахты какие-то есть. Как вы думаете, есть здесь какие-то... Нет, здесь нету ничего интересного. Здесь просто камень. Кстати, камень можно и здесь, конечно, добывать. Но здесь я ничего полезных руд не вижу. Здесь нету полезных руд, я так думаю. Да, здесь как раз нету полезных руд. Это очень плохо. Надо добывать нам булыжник и идти к этому порталу. Надо добыть булыжник и идти туда, да. Можно идти туда. Кстати, а что будет, если я это заспамлю? Это у нас будет котенок. О, котенок нам заспамнили. Прикольно. Ладно, давай-ка еще посмотрим, что у нас есть. Больше ничего интересного нету. Здесь у нас книжки, кстати, еще. А, варил, нету полезных руд. Вот железка, да, надо его аккуратно подобрать. У нас это единственное железо. Оп, все, подобрал очень аккуратно наше любимое железо. Оно очень сильно у нас ценится, железо, кстати. Я здесь решил поискать руду, потому что мне кажется, что нужно скрафтить нам железный меч, чтобы отправиться в ад. Ну, кажется, здесь железо просто, во... Очень мало железа. Или что, у нас здесь, что ли, одна штука железа? Это слишком мало, и вообще не рад. А где я еще кремень добуду? А, я понял, что нужно сделать. Так, ладно, ладно. Дай-ка кремень теперь нужно нам сделать, да? Дай-ка посмотрим, выпадет нам этот кремень. Не выпадает нам кремень. Теперь нам нужно скрафтить нашу печку. Так, верстак у нас наверху. Так, как до него достать? Все достал. Нужно скрафтить, да, печку, поставить эту печку и переплавить нам железо одно. Один слиток железа. И все, у меня мало булыжника, 51 штука. Всего лишь. Так.
Оп, забираю все, оп, оп, все. У нас несколько доски потратилось. Теперь мы можем скрафтить себе зажигалку. Смотрите, мы можем скрафтить зажигалку и идти расправляться нам со всеми. Все. Так, нужно как-то нам экономить ресурсы. Ой, страшно, я не хочу никуда падать, потому что у нас ресурсы единственные. Ладно, все, так. Да уж. Все, я здесь все раздербанил ради железа. У нас нам дали одно железо. Ну что, прикольненько. Все, мы теперь можем туда строиться. Как раз нам еще в подарок дали 51 булыжник. Наверное, там еще на генераторе булыжника нужно нам накопать этого булыжника. Но потом, вдруг мы простроимся. Кстати, в плюсе я остался. А генератор булыжника даже не трогал. Ой-ё, я все ресурсы потерял. Придется нам еще добывать этот обсидиан, наши любимые кирочки. У меня как раз, есть, знаете, сколько обсидиан? Так, где-то 3 обсидиана, либо 4 обсидиана у меня есть, так, 3, да, 3. Кстати, сколько у меня обсидиан должно быть? 3, да? Да, 3 штуки, значит, у меня. Давай-ка я все здесь уберу. Так, это у нас плачущий обсидиан. Как раз у меня 3 обсидиона. Давай-ка здесь мы все поставляем аккуратно, чтобы у нас все заработало. Все, мы отправляемся в другой мир. Кстати, булыжник нам не нужен. Нет, булыжник, куда я скинул? Нет, ёж, я булыжник потерял. Ладно, что здесь нам дается? Книжка и какие-то нам камень из нижнего мира. И здесь нужно нам делать генератор булыжника, синий лед, песок душ и камень нижнего мира. И что здесь мы должны делать? У нас здесь есть как раз у нас дерево обычное. Очень круто. И здесь у нас летает какой-то снег. Я не знаю, почему здесь идет снег. Вы скажите, почему у нас здесь идет снег? И я даже не знаю, почему здесь какой-то снег идет. Я вообще не знаю. Я, кажется, все ресурсы уже потратил. Так, давай-ка мы тэпаемся обратно. И посмотрим, что у нас там в нижнем мире, так, в нашем любимом мире происходит. Так, ничего интересного здесь не происходит. Все ресурсы сегодня потерял, я их вернул, потому что я их вернул. Здесь творческий режим нельзя включить, а вернул я интересным способом. Кстати, пчелки все умерли, потому что они меня покусали, а пчелки, когда кусают, это как... В общем, я их нечаянно ударял, и здесь было плохо. Но зато у меня медик будет, смотрите. Это у меня последний мед. Ну да, здесь у нас ресурсов больше нету никаких. Опять потеряю все ресурсы. Интересным способом, не знаю, как я добыл все. В общем, что я хотел сказать. Я не знаю, как здесь доходить. Все, обсидиан еще. Обсидиан нужно было в сундуках брать. У нас был вообще обсидиан в сундуках? Ладно, неважно, давай-ка бы отправиться в портал, скачать карту можно по ссылочке описания под моим роликом. И все, кажется, вы игру прошли. Вот такая интересная, камень добытый был. Все добытое было. Кстати, это зашим, и никто не знает. Ну, здесь половина. Ладно, давай-ка мы тэпаемся в нижний мир. Как всегда, все свои ресурсы потратил. Ну все, у меня больше ресурсов нету. Нету смысла проходить. А вы будете украть и проходить игру. Не будьте, не нажимайте ни на какие кнопки, чтобы видеть, какие эти ресурсы вы не потеряли. Будет очень жалко потерять, как я. Все, уже все, игру не пройдем, к сожалению. Либо можно какой-то найти портал. Но уже нету смысла какой-то портал находить. Можно и пройдем Майнкрафт. Ну, я даже не знаю, проходить в Майнкрафт здесь можно, нельзя. Но без ресурсов уже не смогу Майнкрафт пройти, кстати. И все. На этом всем пока-пока. Мы сегодня проходили Майнкрафт. Проходить Майнкрафт невозможно. Если все потеряю, то Майнкрафт не пройдет. Все, я без ресурсов остался. У меня ресурсов больше нету. Я могу даже это сломать, и ничего мне не будет. А на этом всем пока. Всем пока-пока.
Я остался теперь ни с чем. Теперь я буду просто никто. Просто с одной землей. У меня теперь будет две земли. Ну, один сундук и два верстака. И все, у меня больше ресурсов никаких нету. Это очень обидно, но на этом всем пока. Всем пока-пока.